Всем привет! Что мы видим, друзья мои? 21 марта. Выпал снег. Нормально? Отлично. Вчера передавали, что будет снежок ночью. Вот он выпал. Как бы идет снег с дождем. Я даже капюшончик одел. Не очень комфортно. Так что вот так. Мы тоже в снегу. Ну, завтра плюсовая температура. Сегодня тоже будет плюсовая. Я думаю, потихонечку растает. Там плюс 3 будет. Все подтает это быстренько. Но все равно, видите, снежок выпал, друзья. Все, сейчас иду на работу. Сегодня идем в Уссурийск. Что увижу, покажу, друзья мои. Чего-нибудь интересненького. Постараюсь что-нибудь заснять интересненькое, что будет. Все, едем, смотрим, друзья. Замуровали демоны! Мы где, ребят? В танке? Нет, мы в газели. Так, заводим нашу газельку. Заводим газельку. Снежок-то не перестает идти, друзья мои. Не перестает. Так, радио включим. Не перестает. Идет потихоньку снег с дождем. Снег с дождем идет. Так. Сейчас надо будет, друзья, съездить в офис, забрать документы, потому что не привезут. Пацаны на складе не успевают. В общем, сегодня тоже очень-очень много заявочек. Угольная, Уссурийск, Артем. Они не успели вчера собрать, потому что с Уссурийска очень поздно. Заявки приходят в 6:00. И они только когда им собирать, того часа не будет. Собирает, а я пока съезжу в офис. Так, что у нас тут? Ну-ка, опа! Есть такое дело. Пам-пам-пам-пам. Ладно, этот снежок растает. Куда он денется? Нормально. Так что вот так вот. Готовимся к Уссурийску, друзья. И поедем, и помчимся. Посмотрим там, сколько выпало снега. Все, едем, смотрим, друзья, подписываемся. Наверное, потихоньку убрать надо, да? Да, снежок такой, друзья. Знаете, это мы почистим. Фары мы почистим. Блин, одна горит, вторая не горит. Блин, заколебался я. Что так воешь? Говорит, одна горит, другая не горит. Опа. Снег такой липкий, конечно. Надо убрать, чтобы обзор был лучше. Вот вам и март, как обычно. Во Владивостоке. Один дворник слетел, блин. Вроде что такое? Вроде закрепил его нормально. Ладно, сделали. Все отлично. Сейчас переодеваюсь и еду в офис за документами, а там все. Загружаемся в Артем. А, угольная Артем и Уссурийск, друзья. Все, летим. В офис съездил, документы забрал, друзья. Все, лечу, короче, на склад. На складик я лечу. Сейчас загрузимся и погоним. Сегодня тоже что-то чувствую я. С такой погодкой задержимся мы. Постараюсь куда-нибудь заехать. Если все у нас пойдет по плану, все нормально. Видите, какая погода, ребят. Снег с дождем пока не прекращается. В город большая пробочка. Большая пробочка, но нам за город. Так. Ну все, едем, смотрим, друзья. Едем, смотрим. Ну вот, друзья, летим сейчас на угольную. Там отгрузимся. Непогода плохая. Сейчас передали по радио. Накрыл нас циклон. И так по всему Приморскому краю.
находки в Лесозаводске, там вообще снегопад, говорят, хороший идет. Так. Ну и мы потихоньку, не торопясь, сейчас все сделаем. Вы там начинаете на меня наезжать, что я там начинаю нахваливать газели, ребят. Ну, есть моменты, в которых, ну, не дать, не взять. Вот даже сейчас вы же тоже за рулем ездите. Ну, блин, вот я сейчас поеду в Уссурийск. Ну, нажал круиз-контроль и едешь, отдыхаешь. Ну, разве это плохо, ребят? Ну, это же вообще просто шикарно. В какой японском автомобиле, я имею в виду, грузовиков есть такое? Ну, может, в каком-то, может быть, и есть. Ну, мне не попадалось. Ну, и недостатков, конечно, в говногазели очень много, понятно. Но есть свои преимущества. Кабина большая. Вот я еду сейчас, просто жарище, тепло. Ну, ребят, ну что вы так-то? Газель. Конечно, говногазель, но есть свои преимущества. Я ее сравниваю со своей Тойотой. На сегодняшний день мне лучше на этой говногазели ездить, чем на Тойоте. Тойота свое отжила. Так что вот так. Все, едем потихоньку. Мазда что-то не едет никак. Что-то не хочет Мазда ехать. Мазда Демио. Да, погодка плоховатая сегодня, друзья. Плохая. Ну, ничего, мы потихонечку все вывезем. Главное, не торопися. И не волновайся. Дил, короче, не может кепку завести. Сейчас попробую его толкнуть. Ну что, человек попросил, меня тоже иногда выручает. Так что надо его толкнуть. Что теперь? Надо человека выручить. Попробовать, может, заведется. Что? Всяко в жизни бывает. И меня выручали, и я выручал людей. Так что... толкнем его. Ладно, ребят, сейчас одной рукой будет неудобно. Сейчас толкну его, короче. Ну, человек не может завести, что-то контакты, говорит, плохие. Полточка завелась. Ребят, с полточка завелась. Пожалуйста, всяко бывает. Ну все, ребят, будем отгружаться. Ну все, дядьки помогли, дядьку завели. 7 ящиков отгрузили, сейчас вот еще рядышком. Тут, оказывается, лис, 2 заявки. Лис. ЕП лис. 2 заявочки. И Андромеду, потом Артем. И тогда в Уссурийск. Друзья. Ага. Пам-пам-парам-пам-пам. Что, сделали хорошее дело. Ну, Киев у него хорошо завелся. Задним ходом сразу бам. Вообще без проблем. Где-то, говорит, контакт отходит. А бывают разные водители, я тоже бывало, когда глох, тоже подойдешь там, толкни, пожалуйста, да мне некогда, знаете, ну водители разные тоже бывают, а есть доброжелательные, я всегда почему-то помогаю, у меня нет такого, даже если я сильно тороплюсь, я просто как-то, у меня где-то в подсознании, что, блядь, человеку тяжело, блин, вот, у меня где-то в подсознании, ну как человека бросить, блядь. Со мной в разведку можно идти, ребята, можно. Проблем не будет. Я такой. Опа. Как-то не могу, где-то у меня в подсознании, что вот человеку будет тяжело, там вот он, как вот он дальше будет там. Ставлю сразу себя в его положение и, блин, не могу отказать. В редких случаях. Один раз у меня там как-то было. Я не помню, друзья, что-то. То ли я вообще сильно торопился, то ли я куда-то опаздывал. Но бывает такое, что ты просто опаздываешь. Если ты не выполнишь заявку, тебе будет еще хуже. Так что было как-то. А так нет. Так всегда помогаю. Так, ребята, подъезжаем тут. Что за кашел? Все, на угольную отгрузились, друзья. Сейчас в Артемчик. Там заявочку сделаем и будет все нормально. Да, снег с дождем не заканчивается пока. Ну, лишь бы не похолодало, надо до вечера все сделать. Вечерком похолодает, и будет у нас что? Гололед. Так что нам надо аккуратненько, спокойно, без кипиша,
без суеты. Оп, оп. Ну и хорошо, я дворнички купил заранее, да, друзья? А то бы сейчас с этими старыми дворниками я бы тут ни хрена не видел в это окно. Так, 101-й. Блин, еще в туалет захотел. Блин, ну я не дотерплю. Блин, я не дотерплю до Кипарисова. До Кипарисова. Я не дотерплю, друзья, до Кипарисова. Что-то хочу я в туалет. Перепил я сегодня кофе с утра, видно. Пам-пам-пам. Ладно, надо где-то тормознуться. Где-то слить. Где-то надо слить. Ай-яй-яй. Оп-оп-оп. Меня спрашиваете, где этот находится магазинчик. Вот, с Надеждинска мы спускаемся. И вот он будет с левой стороны. Магазинчик. Японский остров. Вот он, японский остров. Это он с левой стороны. Так, мы в Надеждин заехали. Вот, на мостик. Обратно будем ехать, он будет с правой стороны. Японский остров, друзья. А я все еду и думаю, дотерплю я, блядь, до туалета или нет, блядь. Блядь, я хочу в туалет, ребят. Ну тут осталось до нашего места где-то минут 15 ехать. Минут 15. А я уже что-то терплю. И не знаю, дотерплю, нет. Или, блядь, заехать на автозаправку. На говнозаправку заехать и там. Ай, ладно, посмотрим. Что такие, не хочет ехать, а все, блядь, за ним еду, он, блядь. Не хочет он ехать, нифига. Так. Ладно, наверное, дотерпим. Если не дотерпим, значит на обочине остановимся. Что-то мне в туалет сильно захотел. Так, а что за народ с нефти сейчас? Солярка 46,90, ну почти 47 рублей. Но и не дорого, и не дешево. Надо чуть-чуть поторопиться, а то, блядь, не дай бог. Кипарисово проехали, но мы еще терпим. Мы еще терпим. Так, осталось 10 минут езды до нашего родничка. Что-то, пацаны, по обеду никуда ехать неохота. Хотя бы на подушечку, блядь, и спать бы. Ай, ну надо ехать. Время у нас 13.31. Нормально, 13.31. Я так посмотрел, короче, какие заявки сразу сделать. Сейчас быстренько сделаем, снег не прекращается, надо до вечера успеть, а то вдруг похолодает, будет вообще гололед конкретный. Надо все сделать, короче. Все, летим, мчимся, волосики назад, выполняем заявки. Все как обычно. Сейчас еще Сергей скинул мне на WhatsApp. Говорит, машинки уже у него растамаживаются. Помните, мы разговаривали, у Сергея там 3 машинки приходят. Краун, еще там какие-то машинки, я уже сейчас запамятовал, приходят. Говорит, приходят растамаживаться. Так что если с Томом там, он говорил, человек мне позвонит, суетнемся, заснимем, какие машинки пришли, и вам покажем все, ребят. А я оставлю ссылочку на Сергея в описании, посмотрите, какие машинки он там можно у него заказать, какие можно у него купить. Так что переходите по телефончику, там ссылочка будет на телефончике его, и договаривайтесь, вопросов нет. Все, едем, ребят, мчимся. Один человечек приехал за водичкой, пошел. Еще один за водичкой, давай осторожно, давай. А то можно улететь. Да, ветер поднялся, ребят. Снег не прекращается. Все, мы едем в Уссурийск. Корди какой едет, ВТЭК, двухлитровый. Хондочка, хорошенький. Я что, люди, блядь. Да, люди. Где вы, люди? Я что, вспомнил. Друзья, помните, на той неделе я ехал, да, какие пожары были? Вот вам природа сама и потушила. Сама и потушила. Видите, что не делается, делается к лучшему. Снежок сейчас выпал с дождем, и все потушило. И то, иначе мы тут, блин, в натуре сгорели бы, блядь. Иначе бы сгорели. Все, едем. Вот
ребят, ну как вот, ну вот говногазель, блядь, Ну вот как вот, за один только вот круиз-контроль можно, блядь, сделать респект. Вот выставил 90 км в час. И не суечусь, и ничего, только вот наблюдаю за дорогой, и все, чтобы никаких сложностей не было. Блин, вот она сама набирает скорость, сама опустит скорость. И я, блин, просто отдыхаю, друзья. Ну, блин, ну как вот, вот это же ништяк. Надо, прибавлю газу. Блин, ну вот за круиз-контроль, конечно, респектик большой. Ребят, заехали в Уссурик. Да, тут тоже снегу достаточно. Немало снега тоже у них. Тоже непогодка у них. Ну, передавали, да, весь Приморский край. Засыпал, особенно Находку, там Лесозаводск. Говорят, там вообще очень круто. Да. Так что едем сейчас на первую заявочку, ребят. Сейчас буду делать бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Так что, если что, не показал Уссурийск, не надо мне там говорить. Зазвездился. Да, блядь, зазвездился. Так что ж, блядь, не знаю, куда денег, блядь, девать нам. Так зазвездился, не знаю, что купить. Не знаю, что купить. То ли Краун купить, то ли Визел купить, то ли Экстрейл. Ребят, не знаю, помогите. Помогите, друзья, помогите. Ладно, летим, друзья, летим. Ребят, приехал. А снегу-то достаточно много выпало у них. Достаточно много тоже. Приехал тут. Мы открылись. Мировая пекарня. И снег идет. Так что нас завалит, господа. Надо быстренько заявки делать. Все, летим опять. Надо сваливать с Уссурийска. Тут снега просто, ребят, валит. А я тут нарушаю правила, короче. Представляете? Заехал опять туда, куда нельзя, блядь. Опять меня будут ругать. Ну что теперь делать? А как мне выгружаться-то? Я вот так вот нарушаю немножко. А как пожарной части вот проехать туда, правильно? Вот этот любимчик загорится или что-нибудь еще. А как туда заезжать? Только через этот столб. Правильно. Я туда и заехал. Нарушаем правила. Так, надо с Уссурийска сваливать. Тут просто метет конкретно. Я даже не ожидал. Здесь, да, они, наверное, в самом эпицентре. Ну, они, конечно, ближе находятся, на 100 километров к Находке, Лесозаводску. А там, говорят, вообще сыпет со страшной силой. Так, мы сейчас сделаем здесь еще на Комсомольской еще одну заявочку. И потом едем и еще 4 заявочки там в одно место скинем. И все, отлично, ребят. А время 14.42. Нормально. Все, летим, ребят. Сейчас мы сюда заедем, на Комсомольскую, где мы видели джипчик, да, ребята, этот прикольный джипчик. Извиняйте, вот сюда. Да, у них тут тоже, блин, снега тоже навалом. Как бы нам тут не забуксовать на газели? Да я не думаю, наверное, что мы забуксуем. Но снег тут чуть-чуть почистили. Ладно, мы тут на 5 минут сейчас прямо здесь остановимся. Не будем мы ничего бегать. Прямо здесь и остановимся. Все, лечу, ребят. Блин, ребят, ну тут он не перестает. Надо все делать, последние заявки и сваливать. Просто жесть. Инфинити еще тут, блядь, встал, блядь. В хорошую-то погоду тут не развеется, блядь. Он встал. Ебанзи, блядь. Видите, блядь, кумарит иногда, блядь. Так. Куда мне лучше? По той дороге или по этой дороге? По той дороге. Или по этой дороге. Блин. Ладно, по этой дороге. Поедем. Опа. Отсюда надо сваливать. Быстрей. Да, непогодка. Я не ожидал, конечно, что здесь будет вообще. Спортбэк. Галант.
Фортис, не вижу, Фортик. Фортис. Галант Фортис, Митсубиси, Спортбэк. Нифига себе, блядь, первый раз вижу, ребят. Ха. Вот вам и Галант. Это новые упаковки. Да, Галантик такой. Ну, у нас вообще они не распространены, Митсубиси Галант. Где-то в Хабаровске, я слышал, стоит представительство Митсубиси Галант. Но я вообще без понятия. У нас вообще их нету. Это вот я у Сурийски первый раз, друзья, увидел. Первый раз. Да ей давай, блядь, Галант, блядь. Ладно, по этой дороге поедем спокойненько. Так. Ну, все мы. Мы отсюда выезжаем. Да, у Сурийски, смотрите, как, друзья. Вообще. Говорит, с самого утра идет, а у нас шел ночью. Ну, у нас как-то более-менее. Может быть, тоже сейчас усилился, сейчас не знаю. Время-то 3 часа. Приедем, посмотрим. Главное, спокойно доехать. Всем ни гвоздя, ни жезла, друзья мои, кто за рулем. Сейчас на газели, друзья, здесь поднимался. Поднялся, конечно, но туговато, да. Но все равно будка большая, у нее давит немного, так нормально. Вроде как бы ничего так. Вроде поднялся прямо вот с этого поворота, без разгончика, без всего. Поднялся. Ну все, ребят, все мы сделали. Все мы сделали. До свидания. Все мы сделали и все. Летим мы домой потихонечку, друзья. Я там видел перевертыш, когда подъезжал к Уссурийску. Сейчас посмотрим, друзья. Кто-то уже улетел с трассы. Сейчас посмотрим. И смотрю, на дорогах не так много людей. Ну, люди понимают, что да, сегодня погодка такая, что лучше не выезжать, если что. Ну, у нас, наверное, в городе коллапс сегодня, коллапс. Сейчас подъедем в Владивосток, посмотрим. Все, друзья, едем, смотрим, подписываемся, оставляем лайки. Ставим лайки, подписываемся, ставим лайки и подписываемся. Оставляем комментарии. Да, друзья, если это все подмерзнет, через часика 3 тут будет гололед конкретный. Сейчас-то еще полбеды. Блин, даже дворники замерзает. Но скорость, видите, чистит плохо. Будет задница. Сейчас-то еще пока плюсовая температура, еще как-то можно держать. Но потом будет купец. Так, Александр мне написал, говорит, Игорь, стримчики веди, говорит, ориентируйся на московское время. Ребят, напишите в комментариях, как лучше. Ну, это значит, где-то надо в 12 час ночи начинать стрим. Я так понимаю. И часика 4 разговаривать, 5. И это я в 6 часу утра буду ложиться спать. И значит, воскресенье у нас вылетает вообще. Значит, воскресенье будем просто отдыхать. Так что пишите в комментариях, как лучше, друзья. Вы же отовсюду смотрите, из Читы, Новосибирь, Сибирь, все смотрят, Москва смотрит, за Москвой все смотрят люди. Как будет удобно, люди же приходят с работы только в 6 часу, а в 6 часу, это значит, в час ночи надо начинать стрим. Давайте как-нибудь это обсудим, обговорим. Ну и тут без пузыря никак, значит. Без пузыря, значит, как вести стрим, ребят. Скидывайте, поддерживайте канал, друзья мои. Не стесняемся. Ай-яй-яй-яй. Нет, ну ради вас-то я готов, конечно, пообщаться с вами. Мне тоже приятно пообщаться с вами, поговорить, обсудить что-то. Ну, чтобы разговор шел, надо же общаться. А чтобы общаться, надо что сделать? Надо, как он называется, огненной воды чуть-чуть выпить. Так что давайте, поддерживайте канал. И мы огненной воды выпьем и с вами всю ночь будем базарить. Всю ночь. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну ладно, если серьезно, то пишите, ребят, в комментариях, там как, что и как, почему. Во сколько лучше начинать. Ну да, если начинать в
12 час ночи, то это, считайте, воскресенье уже выпало по-любому. Ну, так вот, пока держимся, пока едем, пока держимся. Давайте по формату тоже, ребятам, пишите, как нам лучше в форматик делать, чтобы вам не скучно было, чтобы вам было интересно. Давайте, жду от вас комментарии, лайки жду, комментарии жду, поддержку канала жду, ребят. А мы пока едем, потихоньку едем. Хрена себе погодка. Остановился, ребят. Хорошо я ботинки, короче, не переобул. Я думал, все, надо кроссовочки одевать. Все, хорош. Кроссовочки, хорош. Ага, какие кроссовочки. Еще валенки придется одеть. О, ребят, еще валенки придется одевать. Ой, куда вы так несетесь, пацаны? Ух, 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 ух. Да. Блять, отлетело, ёб твою богомать, блять, что ты?